Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши слушатели. Вот у нас сейчас в Омске проходит, на экране крупно выведено, фестиваль новой музыки. А что же это за музыка такая новая? А это та музыка, которая сочинена не 100 лет назад, не 200, даже не 50 лет назад, а сочинена, в общем-то, недавно. Ну, например, лет 10 назад. Или, может быть, лет 5 назад, а может быть, и год назад. Знаете, даже вот на этом нашем фестивале новой музыки, а в фестивале 4 концерта, так вот в одном из концертов 20 марта прозвучит произведение композитора Танонова, которое он написал меньше месяца назад. 28 февраля закончил работу над ним. Представляете, какая новая музыка? И сегодня новая музыка будет звучать и в нашем этом концерте, в котором, ну, я вижу зрителей и взрослых, и юных, и все-таки сегодня самые главные слушатели – это вот те юные, те девочки и мальчики, которые сегодня пришли на концерт, потому что исполняться будет музыка, написанная для юношества. А вот традиция эта – создавать музыку для детей, она уже очень-очень давная. Я приведу примеры. 18 век. Иоганн Себастьян Бах. Так вот, он сочинял песни для старинного инструмента клавесина для того, чтобы играли эту музыку его дети, его сыновья. Другие примеры. Уже 19 век. У немецкого композитора Роберта Шумана есть предназначенный для игры на фортепиано альбом для юношества. Детский альбом есть у Петра Ильича Чайковского. У него еще, кстати, детские песни есть. А вот в прошлом 20-м столетии композиторы стали писать музыку для юной аудитории, предназначенную, но исполняемую не только на фортепиано, а исполняемую уже большим симфоническим оркестром. Может быть, кто-то из вас знает, у Прокофьева есть такая интереснейшая музыкальная история про мальчика-пионера Петю, его дедушку, разных животных. Такая история, в которой все эти роли исполняют музыкальные инструменты. Или у английского композитора Бенджамина Бриттона тоже есть знакомство с оркестром, путеводитель по оркестру. Правда, там нет никакой истории, никаких персонажей нет, но зато есть текст, который о музыке, об оркестре рассказывает. А еще композиторы сочиняют специально для вас, дорогие наши юные слушатели, впрочем, и для взрослых тоже, музыкальные сказки. Вот эти музыкальные сказки сегодня будут звучать. Концерт, я напомню, у нас сегодня пройдет в одном отделении, а исполнены будут 3 истории. И первая из них называется «Сказки Северного края». Написаны эти сказки по рассказам писателя из Архангельска, имя его Степан Писахов. А вот ведет свои истории этот писатель от такого весьма-весьма занимательного персонажа, человека, который даже чем-то может напомнить барона Мюнхгаузена. Потому что и у него тоже, у этого героя рассказов, писателя из Архангельска, у него тоже выдумки самые невероятные, в которых сплетаются быль и небыль, обычные события и события удивительные. Музыку по этим рассказам сочинил композитор из Петербурга Евгений Петров. И я объявляю первое произведение сегодняшней программы. Евгений Петров, «Сказки Северного края». Исполнители – Омский академический симфонический оркестр. Дирижирует художественный руководитель и главный дирижер оркестра Дмитрий Васильев. Драматический театр песочного искусства. Художественный руководитель и художник Роман Ставровский. И актер Омского академического театра драмы, заслуженный артист России Александр Гончарук.
про наш Архангельский край столько всякой неправды да напраслины говорят, что придумал я сказать все, как есть у нас. Всю сущую правду, что не скажу, все правда. Кругом земляки, соврать не дадут. К примеру, река наша Двина в узком месте 35 верст, а в широком шире моря, а ездим мы по ней на льдинах вечных. На льдину сядем, парус для скорости поставим, а от солнца зонтики растопырим, чтоб не очень припекало. У нас лето солнцем-то не закатываться. Ему на одном месте стоять скучно. Ну, оно и крутит по небу. В сутки разов 50 обернется на птицах. А в лесу да при солнышке всяка благодать. Морожка крупна, ягоды по 3 фунта и более. Грибы живут большущими артелями, кучами с деревню. Птички всякие чирикают. Полярные совы, чайки, гаги, гагарки, северные орлы, пингвины. Пингвины у нас хоша не водятся, но приезжают на заработки. Шарманкой ходят, да с бубном. А иные облизьяной одеваются, всякие штуки представляют. А в праздник да возьмутся пингвины с белыми медведями хороводы водить, да еще и в присядку пустятся. А моржи да тюлени у берега воды хлюпают да поуркивают, музыку делают по-своему. Летом у нас круглые сутки светло, мы не спим, день работам, а ночь гулям да с оленями на перегонки бегом. А с осени к зиме готовимся. Северное сияние сушим. Зимой-то оно через все небо разноцветными волнами полыхат. Страсть, сколь красиво, а не достанешь. А по осени невысоко светит, да всю нашу деревню уйму светом одеват. Тут мы не зевам. Бабы да девки его с бани дергают, а ребята с заборов
надергают эки охапки. А зимой другой раз возьмем северное сияние, теплой водичкой смочим и зажжем. И светло так горит, и воздух очишат, и пахнет хорошо, похоже на ландыш. Вот раз по зиме зашел я в лес знакомую медвежью берлогу проведать. Вдруг волки! Волки окружили, глазищами сверлят! А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только в бутылке кислости. Ну, это квас такой бутылочный. Бросились волки на меня! Ну, я пробку приослабил, да кислыми щами волков! Кислоштейной пеной волкам глаза залепило! Вот они закружились, всякое соображение потеряли! Скочил я на лыжи и в ходу! Скоро к волкам все ихны чувства воротились. Слышу, догоняю, тут лес кончился. Кругом ледяной морской простор, а во льду камень торчит. Выхватил я веревку. На камень накинул, а другой конец к поясу привязал. Веревка натянулась, и я подпрыгнул и полетел кругом. За мной по льду ухлёстывают, лапы оттаптывают. Я ногу на ногу закинул, волков криком подгоняю. Верёвка лопнула, понесло меня обратно к лесу. Ухватился я за ветку дерева и повис. Волки кругом дерева сели, да зубами пощёлкивают. Меня поджидают, когда свалюсь. А тут мороз крепчать начал. По носу слышу градусов на 200. И вот зло меня взяло на волков. Я разгорячился! Что-то боко жгло, хватил рукой, а в кармане бутылка с кислыми щами. Да они-то скипели от моей горячности. Я бутылку вытащил, горячего выпил. Ну тут-то я житель! Сутки прошли, на вторые сутки волки в снег вмерзли. Сидят с разинутыми пастями, только глазищами крутят. Я с дерева слез, волкам пригрозил хорошенько, да и до дому повернул. По дороге песню завел, старинную, длинную. Без песни-то внутрях у нас потемки. Песней мы свое нутро проветриваем. Песней мы себя как лампой освещаем.
На морозе всяко слово песенно, как вылетит и замерзнет. Его не слышно, а видно. Песня мерзнет колечушками тонюсенькими, отсвечивает цветом радуги, цветом каменья драгоценного. Наши девки завсегда из мороженых песен кружева плетут, да всякие узорности. Дом попереду весь улепят, да увесят. На конек затейно слово с прискоком скажут. Всю деревню нарядят. Весной песни затают, зазвенят, как птицы невиданные запоют. Не веришь? Думаешь, сказку плету? А ты приезжай погостить у меня. У архангельского города деревня Уйма. А там спросишь Сеню Малину. Всяк тебе дорогу покажет к моему дому. Тут ты все своими глазами увидишь. «Огоньки филармонии» – так называется второе произведение в сегодняшнем концерте. Но, правда, никаких слов во время музыки не будет, но все-таки и сама эта музыка чуть-чуть похожа на сказку. Написала ее композитор, она тоже, как Евгений Петров, живет в Екатеринбурге, имя ее Светлана Нестерова. «Огоньки филармонии». А что это такое филармония? Вот мы сейчас все вместе с вами здесь находимся в концертном зале Омской филармонии. А вот это слово «филармония», оно составное. И в нем два греческих слова. «Фила» – это «любить», а «армония» – это гармония или музыка. Правда, красиво получается? Любить музыку
или любители музыки. Вот филармонии любители музыки и собираются. Те, кто приходят слушать, и те, кто музыку для вас исполняет. А второе, еще одно слово в этом названии – симфония. А вы знаете, как симфония строится? Пока нет, расскажу. Дело в том, что в симфонии, в ее построении, в ее написании есть свои правила. Чаще всего в симфонии 4 части. И правило такое – части должны быть разные, не похожие друг на друга. Ну, когда мы читаем книгу, ведь в каждой новой главе рассказывается что-то новое. Главы друг на друга не похожи. Вот точно так же и в симфонии. Каждая часть новая. И вот этой симфонии тоже это правило, конечно, соблюдено. Вы все это прекрасно услышите. Или такая сначала подвижная часть, первая, в которой можно услышать всю мощь симфонического оркестра. И совсем иная вторая. В ней прекрасный нежный голос скрипки. В ней можно услышать и легкую флейту, и звонкие колокольчики, да и другие инструменты оркестра. И опять новая глава, третья часть, но как будто бы какой-то удивительный, может быть, танец или какой-то экзотический марш. А в четвертой части все так устремлено вперед. А вот заканчивается, впрочем, не буду говорить, вы сами услышите, как звучит и заканчивается эта симфония. И еще одно правило, а это правило для слушателей. Правило следующее. Вот если в симфонии 3-4 части, между частями мы аплодируем? Нет. Мы будем ждать следующую главу, следующую часть без аплодисментов, и только уже после четвертой части будут аплодисменты. Впрочем, вы еще, наверное, поаплодируете после того, как будет прочитано вступление к симфонии. Дело в том, что одна маленькая девочка однажды прослушала эту симфонию и написала о ней рассказ. Отправила автору Светлане Нестеровой, а автор поместила этот рассказ в ноты, и теперь этот рассказ вполне можно прочитать перед симфонией, перед тем, как она начнет звучать. Итак, Светлана Нестерова, «Огоньки филармонии», симфония для детей в 4 частях. Вступление к симфонии прочитает Вероника Васильева. Музыкальные огоньки филармонии. Нет? Тогда послушайте. Всякий раз, когда в большом зале гаснет свет и на сцены выходят музыканты, в изумительных хрустальных люстрах загораются малиновые, сиреневые и оранжевые огоньки. Они пляшут в такт музыки и то и дело незаметно соскальзывают в оркестр. Вот малиновый огонек упал в раскрытый рояль. И что это? Музыка вылилась роялью рекой и затопила зал. Вот сиреневый огонек упал на струну первой скрипки. И так упоительно запела скрипка, что слушатели заплакали от счастья. А вот оранжевый огонек затанцевал на кончике дирижерской палочки. И порыв весеннего ветра пронесся по оркестру и разметал волосы музыкантов. Смолкает и музыка, наступает бархатная ночь, и в окна филармонии заглядывают звезды. Они подхватывают на свои лучи музыкальные огоньки. И вот уже сами звезды вспыхивают малиновым, сиреневым и оранжевым светом. Но однажды случилось небывалое. Оранжевый огонек не упал в оркестр, не попал на звезду, а скользнул по волосам темноглазой девочки и так и остался в ее косе. С тех пор девочка часто слышала чудную музыку, и все вокруг нее пело. Пели деревья, трава, река, пело небо. В доме появился рояль и стал большим другом девочки. Когда-нибудь она запишет ту чудесную музыку, которая слышится ей. А пока она рассказала эту сказку. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Соло на скрипке исполнила Гуар Айрапетян. Соло на фортепиано Эмиль Лихнер. Еще одну историю, музыкальную историю, для нас придумала петербургский композитор Светлана Нестерова. Все уже готово для этого произведения, которое называется «Сказка Хармса». Даниил Хармс – это замечательный писатель. Он и стихи писал, и рассказы писал. И вот есть у него рассказ, в котором два главных героя. Мальчик Ваня и девочка Леночка. И вот Ване очень-очень хотелось самому сочинить какую-нибудь историю. И он даже придумывал начало, ну, например, «Жили-были» или «Жил-был», а потом в дело включалась Леночка. И вот что из этого получилось, сейчас мы из этой музыкальной сказки и узнаем. Ну, а поскольку у Даниила Хармса два героя – мальчик и девочка – то Светлана Нестерова решила, что будут, помимо чтеца, который читает эту историю, еще и два солиста. Она так написала: «Маленький мальчик и маленькая девочка». Правда, у нас будет не один мальчик, а два мальчика. Один чуть постарше, другой чуть помладше. Они за роялем будут меняться. А вот девочка будет одна. Ну и хотя наши дети не такие уж и маленькие, все-таки произведение мы объявим именно так, как назвала его автор. Светлана Нестерова «Сказка Хармса». Для чтеца маленького мальчика, маленькой девочки и симфонического оркестра. Солисты, учащиеся омских детских школ искусства. Вероника Васильева, Александр Зубрин, Роман Шарков. И сказку читает Александр Гончарук. Thank you.
сказка. Сказал Ваня, кладя на стол тетрадку. Давай писать сказку. Давай, сказала Леночка, садясь на стул. Ваня взял карандаш и написал. Жил-был король. Ваня задумался и поднял глаза к потолку. Леночка заглянула в тетрадку и прочла, что написал Ваня. «Такая сказка уже есть», — сказала Леночка. «А почем ты знаешь?» — спросил Ваня. «Знаю, потому что читала», — сказала Леночка. «О чем же там говорится?» — спросил Ваня. «Ну, о том, как король пил чай с яблоками». И вдруг... Король подавился, а королева стала бить его по спине, чтобы кусок яблока выскочил из горла обратно. А король подумал, что королева дерется, и ударил ее стаканом по голове. Тут королева рассердилась и ударила короля тарелкой. А король ударил королеву миской. А королева ударила короля стулом. А король вскочил и ударил королеву столом. А королева повалила на короля буфет. Но король вылез из-под буфета и пустил в королеву короной. Тогда королева схватила короля за волосы и выбросила его в окошко. Но король влез обратно в комнату через другое окно, схватил королеву и запихал ее в печку. Но королева вылезла через трубу на крышу, потом спустилась по громоотводу в сад и через окно вернулась обратно в комнату. А король в это время растапливал печку, чтобы сжечь королеву. Королева подкралась сзади и толкнула короля. Король полетел в печку и там сгорел. Вот и вся сказка, сказала Леночка. Очень глупая сказка, сказал Ваня. Я хотел написать совсем другую. Ну, пиши, сказала Леночка. Ваня взял карандаш и написал. Жил-был разбойник. Thank you.
подожди! Крикнула Леночка. Такая сказка уже есть. Я не знал, сказал Ваня. Ну как же, сказала Леночка. Разве ты не знаешь о том, как один разбойник... Один разбойник, спасаясь от стражи, вскочил на лошадь, да с размаху перевалился на другую сторону и упал на землю. Разбойник выругался и опять вскочил на лошадь, но снова не рассчитал прыжка, перевалился на другую сторону и упал на землю. Разбойник поднялся, погрозил кулаком, прыгнул на лошадь и опять перемахнул через нее и полетел на землю. Тут разбойник выхватил из-за пояса пистолет, выстрелил из него в воздух и опять прыгнул на лошадь, но с такой силой, что опять перемахнул через нее и шлепнулся на землю. Тогда разбойник сорвал с головы шапку, растоптал ее ногами и опять прыгнул на лошадь и опять перемахнул через нее, шлепнулся на землю и сломал себе ногу. А лошадь отошла в сторону. Разбойник, прихрамывая, подбежал к лошади и ударил ее кулаком по лбу. Лошадь убежала. В это время прискакали стражники, схватили разбойника и отвели его в тюрьму. «Ну, значит, о разбойнике я писать не буду», — сказал Ваня. «А о ком же будешь?» – спросила Леночка. «Я напишу сказку о кузнице», – сказал Ваня. Ваня написал. Жил-был кузнец. «Такая сказка тоже есть!» – закричала Леночка. «Ну!» – сказал Ваня и положил карандаш. «Как же!» – сказала Леночка. «Жил-был кузнец! Вот однажды...» Вот однажды ковал кузнец подкову и так взмахнул молотком, что молоток сорвался с рукоятки, вылетел в окно, убил 4 голубей, ударился о пожарную каланчу, отлетел в сторону, разбил окно в доме брандмейстера, пролетел над столом, за которым сидели сам брандмейстер и его жена, проломил стену в доме брандмейстера и вылетел на улицу. Опрокинул на землю фонарный столб, сшиб с ног мороженщика и стукнул по голове Карла Ивановича Шустерлинга, который на минуточку снял шляпу, чтобы проветрить свой затылок. Ударившись об голову Карла Ивановича Шустерлинга, молоток полетел обратно. Опять сшиб с ног мороженщика, сбросил с крыши 2 дерущихся котов, перевернул корову, убил 4 воробьев
и опять влетел в кузницу и прямо сел на свою рукоятку, которую кузнец продолжал еще держать в правой руке. Все это произошло так быстро, что кузнец ничего не заметил и продолжал дальше ковать подкову. Ну, значит, о кузнице уже написана сказка. Тогда я напишу сказку о себе самом, сказал Ваня и написал. Жил-был мальчик Ваня. Ваню тоже сказка есть, сказала Леночка. Жил-был мальчик Ваня, и вот однажды подошел он к... Подожди, сказал Ваня. Я хотел написать сказку про самого себя. И про тебя уже сказка написана, сказала Леночка. Не может быть, сказал Ваня. А я тебе говорю, что написано, сказала Леночка. «Да где написано?» – удивился Ваня. «А вот купи журнал «Чиж» номер 7, и там ты прочтешь сказку про самого себя», – сказала Леночка. Ваня купил «Чиж» номер 7 и прочитал вот эту самую сказку, которую только что прочитал ты. Thank you.
еще раз. Давайте еще раз. Дорогие наши юные и взрослые слушатели и зрители, мы благодарим вас за внимание. Концерт окончен. Всего вам доброго.